Салам алейкум, пацаны, успейте забрать любой набор на выбор, который вы захотите. Также сегодня каждый из вас заберет совершенно бесплатно на целых 12 часов карточку личного острова. Я покажу, как это все сделать. Также расскажу про халяву и немножко в конце сделаю маленький розыгрыш. Ролик будет максимально, как всегда, интересным. Сегодня я вам покажу, как можно выбрать любой набор на выбор. Ну и, конечно же, желаю еще раз всем приятнейшего просмотра. Заранее прошу реально... Ой, стой, тормози. Попрошу реально всех, пожалуйста, поставьте лайк, подписка на каналчик, не забывайте обязательно нажать уведомления, а также обязательно нажимайте колокольчик. Пишите что-нибудь в комментариях и всех жду в своем телеграм-канале, там, где для вас выкладываются свежие новости. Можете также, друзьями, задать мне вопрос, который вас интересует. Ну и, конечно же, обязательно я туда буду еще, друзья, мы скидывать все промокодики, которые у меня есть. Так что ссылка на телеграм в описании, заходим, подписываемся. Давайте, наверное, с самого начала начнем и потихонечку будем продолжать дальше. Давай сначала заберем в убежище этот лутбоксик на оружие. Обязательно забирайте. Именно с них вам может выпасть что-то на постоянно. Но, кстати, друзья мои, мне за очень долгое время впервые упала авиапосылка. Всегда падали лутбокс на оружие. Ну, сами вы знаете, потому что я всегда это все показываю. Ну, в общем, друзья мои, сегодня быстренько заходим. Вам нужно всего лишь зайти в игру. И получить бесплатно личного острова карточку. Это не, знаете, вот как раньше давали 2 часа, там, на, там, 4 часа. Это на 12 часов. Представляете? На 12 часов. Это реально очень бомбово. Так что обязательно заходите и забирайте. Для вас просто зашли, получили и играете, создаете комнату и так далее. То есть реально очень бомбово. Так что не забывайте, это реально все это бесплатно. Хочу вам рассказать о великолепной игре One State. Это мультиплеерная игра на мобильное устройство с режимом ролеплей. В нашей игре пользователь может себя почувствовать полицейским, бандитом, бизнесменом или обычным работягой. Это не GTA Online или вариация клона GTA. Мы делаем упор на социальную часть и большое количество человек на карте. Мы стараемся перенести опыт ролеплей серверов в отдельную игру на мобильные телефоны. One State – это первая в истории онлайн-игра с открытым миром и ролеплей-режимом. Я впервые увидел нечто подобное на телефон. Просто посмотри на это. В этой игре ты можешь делать все, что захочешь, как в реальной жизни. Хочешь, можешь устроиться в полицию, ловить грабителей, можешь быть вообще самим грабителем, а можешь быть вообще обычным работягой. Вы только посмотрите, какая графика. А самое главное, ты сможешь играть на своем мобильном устройстве в любое время и в любом месте. Также ты можешь построить карьеру полицейского и возглавить фракцию. Или пойти в банду и вести криминальный образ жизни. А можешь быть работягой, потихоньку организовывать свой бизнес и вести торговлю с другими игроками. Тут зависит все только от тебя. Кем захочешь, тем и будешь. Ты представляешь, сотни человек могут играть на одной карте. И тысячи человек одновременно могут играть вместе. И вы посмотрите, какая тут графика. Игра оптимизирована под разные типы устройств, поэтому комфортно будет играть каждому. Максимально качество будет на каждом устройстве. А самое главное, One State — это совсем бесплатная игра. А также без всяких надоедливых реклам, как в остальных играх. Скачивай One State по ссылке в описании уже сейчас и заходи ко мне в игру. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод на подарочек. Заходите, скачивайте и будем играть вместе с вами. Я всех жду. Также не забывай, друзья мои, что завтра, уже завтра, мы забираем совершенно бесплатно себе рюкзак, рюкзак розовый, доску. И завтра возвращается новое легендарное событие, олдовское, да, где каждый из вас может приобрести себе алмазы. Это позови друга. У меня есть розыгрыш для вас один. Могу кого-то одного из вас выбрать из победителей, да, и кому-то одному выбить все лутбоксы. Позови друга. Все очень просто. Просто возьму ваш айдишник и вам это все сделаю. У меня есть возможность это, но только, конечно, одному. Так что ссылка на телеграм в описании. Если под этим видеороликом наберем 500 лайков, каких-то маленьких 500 лайков, если наберем, тогда сделаю, давайте 600, давайте, ни вам, ни мне, давайте, 600 лайков набираем под этим видеороликом, и сразу же тогда вам сделаю розыгрыш, кого-то одного выберу, которому выбью чисто все лутбоксы, позови друга, и вы попробуйте себе с, сколько там, 7, да, лутбоксов, попробуйте себе выбить эти алмазики, реально очень бомба. Ладно, поехали дальше. Дальше получается, это мы забрали, поехали мы к офигенному событию, друзья мои, к офигенному. Сегодня каждый из вас
конечно, у кого есть алмазики, да, можно выбрать себе набор на выбор, то есть с БТС событием. Тут наборы есть, кстати, даже очень бомбовые, То есть получается такая вот есть штука, То есть получается, мы с вами покупаем, например, лутбокс, открываем его, вот, и заходим в обменять. Тут получается 150 медалек стоит какой-то определенный набор, который, кстати, у вас, возможно, даже нету, а может, какой-то даже вы захотели бы себе приобрести. Давайте с вами попробуем, давайте с вами потратим 800 алмазов и посмотрим, сколько вообще с них может выпасть с 800 алмазов. Мне очень просто интересно. Сейчас посмотрим. 800 алмазов, давайте 800, давайте 890, купим 890, посмотрим, вообще с них вообще возможно что-то выбить, вообще, ну, какое-то количество алмазов нормально. Так, скидочка у нас есть, 100 алмазиков скидочка, покупаем 33 лутбокса, и будем сейчас открывать. Надеюсь, мне будет падать очень много, ты пожелайте мне удачи. Также, друзья мои, не забывайте обязательно прямо сейчас нажать лайк. Обязательно. Прошу вас всех максимально меня поддержать. И напишите в комментариях, каждому отвечаю. Честно. Поехали. Ну, давайте попробуем. Так, падает мне сразу голова зайца, которая, скорее всего, у меня есть, да? Нет, головы зайца у меня нет, кстати. Кстати, вот это прикольно. Уже нормально. Поехали дальше. Так, 4, 4, 4, 6, 9. О-о-о! Набор выпал за 900, чего? Офигеть, набор. Но он у меня есть, братва, но он у меня есть. Походу есть. Ну, бомбово. Бомбово. Дальше. Так, 8, 4, 5. 3, 2, 9, 3, 2. 5, 5, 2, 2, 5. 3, 6, 6. Опа-на, опа-на. Но неплохо. Ну, неплохо. Поехали, попробуем обменять. У меня 136, друзья мои. 136. Набор тут вроде бы неплохой, вот этот, да? 136. Давайте еще купим, наверное... А где этот лутбокс-то? Вот так вот. Давайте попробуем еще купить. И посмотрим с вами, можно ли... Так, давайте вот еще возьмем, наверное... Давайте возьмем, наверное... 136, давайте возьмем 5. Возьмем 5. Скидочков, конечно, скидочек у нас нету. Открыть. 10. Ну-ка, наверное, хватит, да? Хватит, не хватит. 156. Обменим на этот набор. Обмениваем. Обменяли. Сейчас посмотрим. О, что за набор такой? Что за бомбовый набор такой? Ну-ка. Так, мы потратили 1200, друзья мои. 1200 мы потратили. С вами быстренько идем смотреть. Клад. Заходим на набор. Заходим на наборы. И заходим мы сейчас с вами на именно него. Так. О, вот. У меня вот такого набора, оказывается, не было. Ошалеть, его разве не было у меня? Нифига себе, крутой набор. А, есть, куплено. А, маски не было. Маски не было у меня. Вот такой вот. И не было курточки у меня такой вот. Ну ладно. Так, по... Ну, в принципе, это у меня штаны такие есть. Ну, на самом деле, такое себе. Ну ладно, пойдет. Плюс 2 набора в копилочку за 1200 алмазов, нормально. Друзья мои, ну, если хотите также... Давайте сделаем вам еще один конкурс. Если под этим видеороликом наберем 1000 лайков, также выберу в телеграм-канале кого-то одного из вас, участников, которым выбью один набор, который вы захотите. Любой. Также условия. Лайк, подписка, колокольчик, подписка на телеграм-канал, на группу ВКонтакте. И в описании, ссылочки на телеграм, в описании, заходим просто... Подписываемся, и при достижении 1000 лайков делаю для вас конкурс. Все очень просто. Вот, так что всем спасибо. Кто также не знает, что я делал настройки на ваши телефоны. Если вы хотите приобрести настройки на ваш телефон, да, но не знаете, кому обратиться, спокойно мне пишите ВКонтакте. Ссылка на мой ВК в описании. Приобретайте. Цены реально недорогие.
Каждому из вас настроим телефон до идеала. Будете играть как машина. Так что всем спасибо за просмотр. Я сильно вас люблю, всех обнял. До новых встреч, прощаюсь с вами надолго. Вы лучше знаете. Я вас сильно очень люблю. Спасибо вам всем за поддержку. Каждый из вас это красавчик и умничка. Спасибо большое.